Всем здорово, народ! Записал я для вас видео, как я торгуюсь с телефона. И перед тем, как вы посмотрите видео, я хотел бы рассказать, каких трех основных правил я придерживаюсь, когда торгую с телефона. Первое правило – это я всегда торгую на одной минуте. Второе правило – я торгую, один заход у меня до 15 минут. В среднем это 10 минут. То есть, чтобы не заигрываться, я могу торговать там 4 подхода делать в день. И в видео я вам расскажу, при каких ситуациях я торгую с телефона. Но длительность одного подхода до 15 минут. И третье, наверное, самая важная фишка в том, что я не торгую, когда я не вижу определенной ситуации на рынке. Когда я не вижу определенного графика, с помощью которого я мог бы заработать, тогда я не торгую. И вот в этом видео я вам покажу, как с помощью обычного анализа, с помощью обычного скальпинга просто анализировать рынок, искать точки разворота и входить в рынок. Так что всем приятного просмотра. Итак, поставили мы первую ставку в 10 евро. Смотрите тенденцию. Просадка, повышение, просадка, повышение, повышение, опять просадка, опять повышение, опять идет просадка. Здесь уже нужно ставить на повышение. Вот здесь вот, давайте зайдем на 10 евро на повышение. Итак, на телефоне я вам скажу так, что я играю на минуте, на 5 минутках, на 15 минутках, на бинарном я не играю. Вот здесь турбо, бинарный, турбо здесь, вот видите, только до 5 минут. На бинарном там уже на полчаса. Видите, сделка зашла у нас. Доход почему-то написали 0. Отлично, словили разворот, заходим на повышение. Такие моменты, народ, нужно ловить. Я вам не советую торговать тупо вот так вот зашли. Торговать, лишь бы торговать. Нет, вам нужно такие моменты искать. Я бывает, когда захожу на график, если вижу я такую ситуацию, что я вот так вот могу ловить такие моменты, я зарабатываю. Так, почему-то лагает и доход не пишет, но здесь добавляется все. Ничего страшного. Сейчас будем заходить на повышение. Все-таки, ну, все довольно-таки просто, но просто нужно ловить такие ситуации. Вот здесь давайте на понижение успеем. Сейчас будет разворачиваться. Но не заигрывайтесь. Играйте так 10-15 минут. Ставьте цели, выполнили цели, все. Я думаю, кстати, я не знаю, как снимает эта камера. Просто камера, ну, я снимаю на экшен камеру. Это, ну, здесь макросъемки нету. И походу качество будет не сильно классное. Все шикарно. Сделка снова зашла. Вот, наконец-то отображается доход. Сейчас опять ждем резкого повышения. Здесь будем ставить на понижение. Давайте, давайте, пусть. Не успел. Не успел, значит, будем ставить на повышение здесь. Нет, нет, еще будет падать. Вот, видите, идет скальпинг. Еще падает. Так, все, пошел разворот. Заходим на повышение. Все, видите, цена падала, потом здесь она начала на одном уровне, и сейчас пойдет разворот.
Вообще народ, знаете, как я торгую, я бывает вот так вот проснусь с утра, там проверю почту, зайду в ВК. Есть там свободные пару минут, зайду, посмотрю, нормальный график, бывает поторгую там. С утра так бывает, $10-$20 поднимаю. Или вон стоял в очереди в приватбанке тоже. Зашел на пару минут, 30 евро сделал. Пока стоял в очереди и деньги заработал. Так опять доход не отображается. Ну давайте посмотрим на сделки. Видите, все сделки закрыл в плюс. Смотрим, если график позволяет, продолжаем дальше. Кстати, взял себе Samsung уже наконец-то. Такой довольный, что не взял этот сраный iPhone. Samsung S8 взял. Очень крутой телефон. Батарея держит 2 дня. Здесь давайте на понижение. Пусть еще пробьет. Ждем пробития. Погнали на понижение. Телефон шикарный, батарея держит. Что здесь еще есть? Сканер отпечатки глаз здесь есть. Да все здесь круче намного. Камера здесь очень шикарная. Две сим-карты. Путешествие тоже будет норм, не будет симки эти подводить, как с айфоном. Так, сделка не зашла. А теперь показывает, что зашла. Я вообще ничего не понимаю. Может, на самый последний? Нет, все-таки не зашла. Да, со сделками что-то вообще плохо. Оно показывает одно, а на самом деле наоборот. Так, сейчас должен быть разворот, видите, оно бьется на уровне, и сейчас должен график пойти вниз. Как покажет. О, наконец-то отображает уже. Вот такая вот народ торговля. Не знаю, как он, конечно же, будет видно здесь ее. Безиндикаторная торговля. Чисто смотрим на график. Рисуем себе, визуально себе рисуем линии и по ним ставим. Никаких индикаторов не нужно. Я могу поспорить с вами, что если вы возьмете сюда 100 индикаторов, вставите, а я буду торговать без индикатора, у меня будет 3 раза или 4 больше прибыльных сделок, чем у вас, если вы будете вот так вот просто смотреть визуально, анализировать. Ну и, конечно же, искать такие ситуации. Просто есть такие ситуации, что просто как бы ты там не анализировал, график ведет себя просто как захочет. В таких ситуациях я не торгую. Давайте подведем итоги. Заключили мы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сделок. С них 6 прибыльных, 1 убыточная. Немного подлагивал сегодня. Ну, график не подлагивал, а сам тупило само приложение. Но все нормально. Всем удачных торгов, народ. С вами был Рэпер Трейдер. Всем пока.